Чем хата богата, тем гости приют. Эй, ты! Ты кто еще такой? И чё здесь шастаешь? Я ищу Ольгерда фон Эверека. А, он внутри. Мне нужен Ольгерд фон Эверек. Нету здесь такого. Кто же вы такие будете? А на кого мы похожи? На банду громил. Или на шайку бывшей солдатни из тех, кому повезло. Ха, вот тут-то ты ошибся. Мы все дворянские сыновья. И дочери. Так вы все-таки скажете, кто вы такие? Мы — вольная риданская компания. А еще нас называют кабаны, потому что на гербе кабан. Мне сказали, что тут я найду Ольгерда фон Эверека. Кто-то здорово тебя обманул, брат. Тогда, думаю, вместо него ты мне поможешь, брат. Сдается мне, что у нас с тобой матери были разные. Ладно, Энгус, оставь его. Это я, Ольгерд. Говори, что тебя привело. Нет, нет, это я, Ольгерд. Ты? Да куда тебе? Это я, Ольгерд. Так вы все и есть Ольгерд, да? А то как же! Един в трех телах. Можно спать, жрать, да девку мять, и все разом. Так а у кого из вас яйца, у кого мозги? Не смеешься? Выходит, мозги не у тебя. Нет, у меня все больше кулаки. Давай, лови его! Мужела, не дай себе палки насрать! Вот сука! Давай, влови его! Ну же, Влад, не дай себе в тапки насрать! Yeah.
А ты ничего. Сгодился бы для нашей веселой компании. Пойдем, отведу тебя к Ольгерду. Как тебя звать?